В Дагестанском гуманитарном институте прошло мероприятие по подготовке студентов к супружеской жизни. Участникам семинара рассказали об основах семейного благополучия, а также организовали познавательный тренинг. В качестве экспертов выступили религиозные деятели и психологи. Подробности знает Хамза Нурмагомедов. Проблема разводов и непонимания между мужем и женой остро стоит во многих регионах страны, в том числе и в Дагестане. В нашем регионе, если верить статистике, распадается каждая третья семья. По этой причине дети не получают полноценное воспитание. Видя необходимость укрепить институт семьи и брака, в учебных заведениях столицы проходят просветительские мероприятия по подготовке молодых людей к супружеской жизни. На этот раз семинар состоялся в Дагестанском гуманитарном институте. Это очень нужно. Вообще, мы все предметы преподаем детям, математику, физику, химию, но мы не преподаем вот этот предмет взаимоотношений, а это самое главное. Я, например, постаралась только один вопрос раскрыть, а о том, чтобы девочки были целомудреннее, да, и хотела показать, насколько им выгодно, что их сила в этом и заключается, чтобы они не распылялись, чтобы они свое внимание не растрачивали. В ходе мероприятия для студентов провели тренинг, рассказали о взаимоотношениях между мужем и женой, на что стоит обращать внимание при выборе спутника жизни и насколько велика ответственность за создание семьи и воспитание детей. Участники встречи анонимно по указанному на экране номеру телефона задавали экспертам интересующие вопросы. Подходящая тема была для студентов, тем более сейчас возраст такой, то что кто-то уже там находит себе, скажем так, кандидатуру для дальнейшей жизни. И основы, скажем так, на которых семья держится, они были сегодня раскрыты. Получила очень много эмоций, а также, так скажем, впечатлений, и получила ответы на те вопросы, которые меня волновали и которые не давали покоя. Это мероприятие, считаю, что нужно проводить во всех вузах. Организаторы также подготовили и показали студентам социальный ролик о взаимоотношениях в семье. Этот семинар состоялся в рамках проекта «Школа семейного счастья». Он реализуется в учебных заведениях столицы при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и духовенства региона. Хамза Нурмагомедов, Рамазан Мусаев, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.